Привет, друзья! Вы на канале Супер Развлекательный! И сегодня с вами я, Болтушка-Веселушка, и потрясающая игра Легенды Черепашек-Ниндзя! Одна из ваших любимых, между прочим. И у меня для вас огромный сюрприз. Но вначале сюрприз открытий всяких-всяких классных штуковин. Друзья, я сегодня открываю карточки. Еще 60 мутагена, у меня очень мало мутагена. А комикс, пицца, вот, крысиный король. Класс! Так что насчет сюрприза? Да-да-да, я хотела вам сказать по поводу сюрприза. Но откроем еще немножечко карточек. 60, пропуск итки, что-то непонятно что. Мутагеноид! Классно, 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 классно. Так, вот мой сюрприз. А именно списочек. Мы идем в списочек, и я вам показываю нового персонажа, которого я получила. Змей Квьюин. Это очень классный персонаж. Он мне очень-очень-очень нравится. Я вот даже немножечко его прокачала. Кстати, я не получила никаких еще персонажей. Нет, вроде бы никаких. Я просто набираю немножечко карточек, чтобы открыть следующих персонажей. А вот его я прокачиваю аж на 14 уровень, чтобы посмотреть вместе с вами, как он работает. Но для начала я бы хотела зайти еще раз в магазин, потому что мои подписчики меня всегда поддерживают и рассказывают, где, что и куда мне чего тратить. Вот, кстати, пиццу я могу купить, но зачем мне пицца? А еще у меня вот есть такие штуки сырные, тоже не знаю для чего. Кстати, а вот пицца, зачем мне пицца? Ну, мне мои подписчики подсказали не по поводу пиццы, а по поводу предметов. Смотрите, я могу за вот эти потрясающие сюрикенчики купить себе карточки, дополнительные карточки каких-то героев. Вы только поглядите, это так круто. Вот, за 4000 я, конечно же, покупаю. И за 5000 я тоже, конечно же, покупаю. Друзья, у меня осталось не так уж и много всяких там сюрикенчиков. Я бы, конечно, еще хотела что-нибудь купить. Монеток у меня нету. Вот, смотрите, тут можно кое-что прикупить. А что это? Понятия не имею. Но это когда у тебя есть монеты. А монеток у меня нету. Так, еще у меня вот этой штуки тоже нету. Здесь тоже за нее много можно чего купить. А вот за сыр, что можно купить за сыр, друзья? Пишите мне в комментарии, я вот очень хочу купить за сыр чего-нибудь, но кажется, у меня ничегошеньки не получится. О, сыр! Нет, это за деньги я могу купить сыр. А за сыр где можно купить за сыр? Здесь не можно купить мутаген. Вот бы мне мутаген за сыр продавали, это было бы очень круто. Но пока не нахожу, друзья. Пишите мне в комментариях, я все выполняю, все, что вы говорите, чтобы получать больше всего интересного. Ну, а мы идем обратно в список. Кажется, мы уже здесь всех прокачали, кого могли. И идем в бой, а именно в сюжет. Хочу пройти немножечко сложных уровней. Тем более, вы только посмотрите, у меня эпизод 6, сложные уровни. Мутаген я должна буду получить. И я иду в бой. А, 16-18 уровни. Так, ну кто у меня здесь? У меня здесь оранжевый. Против оранжевого у нас синий. Синий у нас есть. Отлично. А у меня есть здесь синий. Какого у меня тут все вообще есть? Фиолетового больше всего. После от фиолетового это красненький. Красненький. О, кстати, да-да-да-да-да-да-да. Я хочу убрать вот Кирби. Взять вот моего острозуба уже 18 уровня. И против фиолетовых у меня уже аж 2 красненьких. Ну и давайте посмотрим, 2 оранжевых, против оранжевого у меня синий, но у меня, к сожалению, только один синий, но есть еще один синий, но он всего 14 уровня, мне надо его немножечко еще прокачать, надеюсь, сегодня мы сможем его использовать. Значит так, и против синего у меня должен быть фиолетовый, ну да, фиолетовый у меня есть. О, вроде бы все запомнила, не знаю, как это вообще будет происходить, надеюсь, что как-то будет. О-о, что же мне здесь делать-то? Так, друзья, давайте подумаем. Фиолетовый, синий и, наверное же, фиолетовый. Так, против фиолетовый у меня красный, но у меня сейчас вообще-то карай. Так что пускай будет карай. Так, еще красный против фиолетового. Отлично. Бам-бам-бам. Сильная атака.
Так, еще синий. Оскорбление какое-то, ребята. Как оно вообще влияет, вот эти вот это оскорбления? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я вообще ничего в этом плане не соображаю. А, я не могу. Если я его оскорбила, значит, на него только и могу нападать. Но это будет слабая атака. Так, ладно. У меня есть еще один очень сильный... Ну, посмотрите, пока я его не уничтожу. Вот как действует оскорбление. Все, пока не уничтожишь одного, другим можно не подходить. Ну что ж, надеюсь, больше никто не нанесет себе оскорбления. Отлично, этого мы выбили красненьким. Ну что ж, мои дорогие, опять оскорбление. Да что ж такое? Мы его отравили, кажется, смотрите. Так, ладно, надо с оскорбителем немножечко разобраться. Бах-бах-бах и бах-бах-бах. Тудж, есть. Все, теперь уже можно нападать на кого хочешь. Правда, кого хочешь уже не осталось. У меня тут один красавчик и все, больше никого. Ну что, друзья, мы прибежали дальше. И у нас оранжевый, а против оранжевого только синие работают. Так, ну что, давай, Леонардо, давай, я на тебя очень-очень-очень надеюсь. Так, все, уничтожаем вот этого приятеля. Есть. Теперь с этим будем справляться. А, я не туда. Я, кстати, не вижу, какого он цвета, какой он силы. Что это за переходы? Это только он будет стрелять, и больше никто? Или как это вообще происходит? Или на одного? А, на карай, караюшка, держись. Слушайте, я не вижу вообще, сколько у нее осталось энергии. Честно говоря, вот на карай все. Ай-яй, все, закончилось, по-моему, нет? Нет, карай, давай. Уничтожаю его слабо, но это не важно. Мне главное не потерять карай сейчас. Еще удар, есть. Еще удар, давай, добивай его. Ура! Третья волна и мадам 18 уровня. Фиолетовый, не помню, синий. Да, синий против фиолетового. Давайте мы... А может, мы подлечимся немножко? Хотя, может, кара еще и нормально себя будет чувствовать слаб. А почему слабо? По-моему, синий был против фиолетового. Что-то я не... А, я что? Фиолетовый, красный, фиолетовый. Вот балда. Ничего себе ударища. А, моя карай! Вы это видели? Да, надо было лечиться. Надо было ее подлечить. Ничего себе! Вот это удары. Ладно. Так, атака пошла, давай, есть, вот эту мадам тетеньку надо срочно уничтожить, классический удар, я теперь не получу 3 звезды, это даже не интересно, так, у меня тут, между прочим, сил осталось у моих совсем мало, бьют и бьют, вы посмотрите, бах, 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 ну, а у меня вот оскорбление, и моего тоже все бьют, один единственный, так, ну что, этого мы и так пришибем. Бах, бах, бах. Есть. Отлично. И еще удар красненького. Замечательно. Тут ничего не вижу. Карай уничтожили. Ого! Вот это да. Сейчас моего Лео могут уничтожить. Что ж, давай, дружочек. Есть. И есть. Нет, не есть. Еще нужен удар. И еще нужен удар. О, это плохо. Уничтожили карай. 2 звезды только дали. Мне такой не нравится расклад. Ну, хотя бы мутагена дадут, а? Покажите мне, что вы мне дадите. А, да, 70 мутагена. Карточка. Неплохо, неплохо. А, между прочим, я забираю... Да, супер! Класс, 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 класс. Так, еще что-то могу забрать? Нет, к сожалению, тут не могу. А в достижениях могу еще немножечко мутагенчика и карточку Шреддера. Ну что ж, идем в список дальше. Будем посмотреть, что у меня здесь происходит. Так, нужно кого-то явно улучшить. И я хочу улучшить его. Да-да-да, вот так 15-я сила. В смысле, 15 уровень. Ну, уже 15, я, в принципе, могу кое-что взять с собой. Идемте дальше. Бой, бой, бой. И мне не устраивает этот результат. Вот, ужасно не устраивает. Это что такое? 2 звезды. Я хочу все на 3 звезды. Я хочу исправить ситуацию. Я получу еще мутагена, если я схожу еще раз. Давайте попробуем. Надеюсь, что получу. Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Сейчас мы будем как-то более осторожно работать. Итак, фиолетовый, синий, синий. Давайте синий, вот так.
Раз, слабо. Красный на фиолетовый. Давайте, пока есть возможность, уничтожаем максимально. Еще кто? Только не оскорбление. О, да что ж такое? Ну, почему у меня никто не делает оскорбление? Ладно, давай, двигайся. Вот, ее сразу начинают добивать. И я уже это вижу. Так, все, с этим справились. Так, все, теперь оскорбление у нас ушло. Карай нужно обязательно подлечить. Это я точно знаю. Красный, красный. Вот с этим мы будем справляться. Давай, бах, есть. Теперь синий. Тут уже не важно. Сильно, кстати, сказать. О, фиолетовый против синего. Это неплохо. Может быть, на фиолетовый? Ба-ба-ба-ба-бах! Отлично. Красный, синий сейчас будет опять оскорбление делать. Ну, ничего, тут у него осталось чуть-чуть. Все, добили. Теперь удар. И мою карай постоянно травят. Вы посмотрите. Я вот и не знаю, сколько у нее энергии осталось. Вот правда. Но надеюсь, что этой энергии хватит. Так, у меня вот здесь вот синий карай. Давай на кого-нибудь нападайте. Давай, караюшка. Бах-бах-бах. Держись, караюшка. Держись, миленькая. Так, теперь с этим справиться нужно. Нет, мы возьмем сильный удар. Мне нужен сильный удар. Опять на карай. Вы посмотрите, что творит. Бах, 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 слабо, слабо, слабо. Так, и мне нужно ее подлечить. Вы посмотрите, они просто ее уничтожают. Любой удар на нее действует ужасно. А, еще вот это, да. Ну все, вот это ее добивает до конца. Сейчас нужно что-то с этим делать. А, надо было подлечиться. Ай, балда, 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 балда. Все, они ее сейчас убьют. Так, я надеюсь, что сил у нее еще есть. Но если сейчас будет не наш удар, то это будет плохо. Так, что же делать? Давайте вот так вот. Есть, атака хорошая. Теперь вот так вот. Бах. Теперь мне надо что-то делать с карай. Ай, карай, давай. Есть, а теперь лечим. Все, лечим. Давай, давай, Лео, успевай, успевай подлечить. Мне нужно карай подлечить. Ее постоянно бьют. Вы посмотрите, что творится. Так, еще один удар. Раз, есть, самую сильную уничтожили. Теперь, ага, вот те оскорбления, отлично, значит, можно... А-а-а, да что ж такое? Лео, постоянно лечить. Лео, твой удар будет лечение. Извини, но так и будет. Значит, так, фиолетовый, давайте уничтожим фиолетового. На тебе, получай, есть. Теперь мы будем бить, ну, любого другого. А, мы не могу, 5 секунд, 5 секунд, 5, ай-яй-яй, нет, не получается. Ну ничего, ничего, держись, караюшка, держись, я знаю, что тебе сейчас трудно, но держись, ты просто обязана удержаться. Слабо, мы с тобой расправимся. О, ееее, супер, 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 3 звезды, я исправила ситуацию. О, это было непросто, я вам честно скажу. Давай, 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 супер. Так, что у меня тут дальше происходит? Идем, 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 идем. Идем, идем смотреть, идем, идем смотреть. Так, не-не, приятели, мы сейчас вас совершенно не будем прокачивать. Мы идем дальше в бой, и мы идем в новый сюжет. Я хочу пройти новый сюжет, мне ужасно интересно. Это эпизод 3, а я буду драться с каким-то не пойми кем. Но надеюсь, что мы сможем победить. Итак, у нас здесь фиолетовые в основном. Еще есть оранжевые и серые. Значит, против фиолетовых у нас красный. У нас 2 красных, это супер, это пупер. Значит, и у нас есть серые. Против серых оранжевый. Кстати, у меня совершенно нету оранжевого. Ладно, мы против серого не будем даже запоминать. А против оранжевого у нас синий. Оранжевый синий, фиолетовый это красный. Нужно не забыть. Ненавижу этих черепах. Будь моя воля, раздавил бы их как жуков. Не, ну нормально, он вообще в нашей команде уже. А скоро у тебя появится такая возможность. Смотри, они только что зашли в то здание. В какое еще здание мы зашли? О, мы действительно в какое-то здание зашли. Ну идемте. Попробуем. Фиолетовый, да? Отлично. Так, карай, ты первая. Погнала, жара. Раз. Теперь мне нужен фиолетовый. Опа, есть. Критически сильно. Удар. Что-то мимо пошел какой-то удар. Опять в карай. Вы посмотрите, что творится. Вообще наглость. Наглость выше сорт. Вот так мы будем сейчас расправляться. Есть. Сильно. Красный. Это фиолетовый. Удар. Бах. Сильно. И у нас с вами еще нейтрализатор.
который может стрелять куда угодно. Ай, слабенько, слабенько, слабенько. Ладно, расправляемся. Этого я даже не знаю. Это черная лошадка. Все, кто стоят с правого угла в конце, все есть черные лошадки. Есть, отлично. А, вторая волна. Ого, вы посмотрите, какие пауки у меня здесь. Так, ну здесь серые, фиолетовые. Давайте будем серого стрелять. Отлично, атака неплохая, кстати, очень даже неплохо, очень... надо было не сюда, ну ладно. Так, и у нас красные пошли, давайте, красные с пауками разберемся. Ничего себе, пауки сильнющие, вообще прикол. Так, вот этого надо добить, потому что он будет стрелять. А теперь уже стрелять не будет. И все в карай, ну почему? Она чем такая? Такая вам не нравится, все в нее попадают. Пауки тоже стреляют, смотрите. Ого, это суперсила паука. Так, ну ничего, мы сейчас с ним справимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бах-бах. Надо было не туда стрелять. Ладно, красненький. Добиваю его. Есть. И остался один. Один одинешенек, совершенно один. Не, слабо, слабо стреляешь. Бах-бах. Вот так надо. И еще. Ду-ду-ду. Отлично. Побежали дальше. Ю-ху. Опять эта тетка и пауки. Ну что ж, давайте против тетки. Тетка, привет. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. А это слабость, да? Так, значит, у нас фиолетовый против фиолетового. И фиолетовый вот. Ой, не туда надо было. Ну, ничего страшного. У меня есть еще один критический удар. Бах! Отлично, супер. Так, теперь мы расправляемся, да, вот так вот. Не знаю, какого цвета, честно говоря. Ой, она 18 уровня, смотрите. Ого, вот это ударище. Ну ничего, подружка. Ой, я же с ней должна была красным сражаться. Вот балда. О-о-о, а вот это уже плохо. А вот это совсем плохо. Еще усилилось. Так, ладно. Так, что мы делаем? Мы нападаем на вот эту мадам. Опа, есть критический удар. Теперь мы нападаем на эту же мадам, только нейтрализатором. Надо не спешить, есть. Теперь мы лечимся, потому что я боюсь, что здесь мы можем опять что-то наворотить. Отлично, мы подлечились очень даже неплохо. Теперь мы нападаем красненьким вот сюда. Ну сильно, но недостаточно, вы только посмотрите на них. И все на карай. Ну что же вы все лезете сюда? Раз, два, три. Уничтожаем и удар, бах. О, ура! Победа, 3 звезды! И мутаген, 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 мутаген! Мы должны найти Сплинтера раньше, чем Кренги. А ты думаешь, Кренги его еще не нашли? Ты не знаешь сенсея, так как знаю я. Поверь мне. О, это неплохо. Будем надеяться, что Кренги еще никого, ничего и не нашли. Зеленая колба, спасибо. Плюс 9, кстати, что значит плюс 9? Давайте зайдем посмотрим. Вы только посмотрите, это можно на 2 уровня прокачаться. Я что, перешла на новый уровень? Я этого даже не заметила, друзья. Так, но я все-таки хочу прокачать на 16 уровень вот этого приятеля и взять его с собой, друзья. Я вот прямо очень хочу взять его с собой. А что, здесь навыки прокачиваются или что? Смотрите, если набрать много мутагена, я могу прокачать навыки. Класс! А давайте посмотрим, чьи навыки я еще могу прокачать. Нейтрализатора. Нейтрализатора, навыки, улучшения. Открыть новый, конечно, не смогу. Но новый уровень... А как я могу прокачать? Нет, у меня нету мутагена на прокачку нового уровня, даже на улучшение нету мутагена. А кого еще? Все, кажется, больше никого. Только двоих я могу перевести с навыками на новый классный уровень. Это очень круто, друзья. Но, к сожалению, не для меня. И я бы хотела вам показать нового персонажа. Для этого я иду еще в один бой. 4-й эпизод. Я хочу поменять свой список. Так, у меня будут фиолетовые, мне нужны будут красные, да, это понятно. Кого же мне, как же мне поменять? 20-й, нет, я не могу его поменять, ребята, мне его надо еще прокачивать. Тут 18-й, 20-й уровни, это просто жесть, они могут меня победить. Или пишите в комментариях, как мне лучше сделать, чтобы не упасть в грязь лицом. Я прям даже боюсь идти в этот бой. Давайте посмотрим, что у меня в сильных. Глава 3. Давайте сильных посмотрим. И у меня здесь бой номер 7.
Я хочу посмотреть. Вот, здесь есть 16 и 18 уровни. Можно взять одного 16-го. Отлично. Значит, мы меняем, мы меняем, мы меняем. Итак, значит, здесь синий, красный. Против красного идет серый. Карай не поменяешь. Против красного серый. Нужна карай. Так, а еще у меня есть два синих. Против синего у меня нужен фиолетовый. И, ой, даже не знаю, кого поменять. Наверное, я поменяю одного из красных. Значит, фиолетовый против синих, против красных серый. А против серых у меня оранжевый, которого у меня вообще нет. В общем, я ни на что не буду смотреть. Я просто возьму сейчас вот, поменяю. И иду в бой. Я хочу проверить, как сражается вот это вот чудовище. Ой, какое оно классное! Так, ну все, друзья. Я надеюсь выиграть. Надеюсь победить. Так, против красный серый. Отлично. Караюшка, давай. Сильно, наконец-то, сильные атаки. Синий это у нас, по-моему, фиолетовый, да? Синий это фиолетовый, нейтрализатор. Так, нейтрализаторик. Так, а против синего, синий против красного, не помню, как он вообще сражается. Ну, давайте попробуем. Неплохо, неплохо сражается. Вот, синий против красного. Смотрите, щупальца. Оп. О, неплохо, смотрите, классно. Так, красный против, ну давайте синего, будет лучше, я думаю. Так, красный против красного совсем не подходит. Итак, нейтрализатор у нас против синего. Давайте, бах-бах-бах, отлично. Теперь, ай, бьют эти грибы ненормальные. Против красного, да, я поняла, с тобой мы разберемся. Синий и у нас нейтрализатор. Но у нас не получается так, чтобы нейтрализатор был. Это слабый удар. Опять синий будет не очень сильный удар. Но это все равно неплохо. Это неплохо. Неплохо и нехорошо. Все, есть. Вторая волна. Надеюсь, все-таки мы пройдем. Итак, смотрим опять силы. А, синий, серые. Против серого не помню кто. Не помню. Так, против серого, по-моему, у нас... против серого у нас... Ну, ладно. В общем, кто-нибудь. Против серого мы, по-моему, вообще никого не брали. Но неплохо, критический удар. Так, синий, давай, карай. На тебя надеюсь. Опля, бьет. Еще и сильно бьет. А, 16 уровень, начинаете поддевать. Ну что ж, есть, уничтожили. Так, серенького тоже сейчас уничтожим. У меня остался один грибочек, на который вообще ни разу еще не нападали. Так, и еще удар. Есть. И этого уничтожили. Ну, друзья, это даже не серьезно. Сильно. Ба-ба-ба-ба-ба. Бах. Есть, отлично. И теперь у меня еще волна с... О, привет. Хорошо, что мы его поменяли. Итак, красный. Это у нас карай. Хорошо с ним справляется. Ну что ж, давайте будем просто кого-нибудь кусать. Бам-бам-бам-бам-бам. Так, караюшка. Ну, давай. Есть. Так, что-то слабовато все равно. Ну ничего, надеюсь, что как-нибудь мы все-таки справимся. Эти грибы замучили. Ого. Так, давайте будем справляться. Против красного как-то. Ну, 18 уровень все-таки. Удар сразу. И вот сюда. Бах. Есть. Значит, ай-яй-яй-яй. Вот это мне совершенно нет. Ничего себе ударчик. Так, караюшка, справляйся. Лечи. От тебя сегодня только толк лечения. Есть, неплохо подлечились. Давайте вот этого 18 уровня добиваем. Хотя грибы, я вам скажу, тоже довольно-таки сильные. Сразу уничтожают несколько противников. А, еще и лечат. Что-то мне это совершенно не нравится. Давай, карай. Сильно? Это разве сильно? Это ничего. Ай, все, кажется, моему сейчас придет конец. Сколько он может выжить? А, все, чуть-чуть осталось. Так, ну что, перед чуть-чуть надо ударить посильнее. Так, оскорбление ушло, с этим справились. Теперь давай. Есть, и с этим справились. Теперь давай. И с этим не справились. Ай-яй-яй-яй, с этим не справились. Нет, мне что-то это совершенно не нравится. Вот так, удар, не справились. А, надо было полечить его. Сейчас один удар, и все. Нет, только не это. Выбивай его. Получилось, друзья! Я не верю своим глазам. И мы посмотрели с вами нового персонажа. Это очень классно! Просто
просто супер, я много чего получаю, и мутаген, и все-все-все-все-все самое крутое, но мутагена мне нужно еще очень даже много. Что ж, друзья, спасибо, неплохо сыграли, а у меня к вам, кстати, большущий вопрос. Где мне набрать больше всего мутагена? Буду ждать все ответы в комментариях. Ну а с вами была Болтушка-Веселушка на канале Супер Развлекательный. Не забывайте подписываться, друзья. Пока!